Всем здравствуйте, Боже, как приятно. Очень приятно видеть много знакомых и даже незнакомых лиц. Ну что, начнем? Это когда очень плохо, и ты просишь у гор, чтобы они облегчили твою боль, но они этого не делают. So
тоже не очень веселая. Песня называется «Старый Арчик». Он ее полюбил. Он поет о том, что я вот еле-еле тебя нашел, но она выбрала другого. Он хороший человек. Композитор Марина Макарова, она уже смущается, да, не смотрит на меня. У нее был день рождения 8 числа, я хочу, чтобы мы все ее поздравили, потому что она... Thank you.
на сцену выйдет спецгость, фантастический тромбонист, музыкант, виртуозный, музыкальный, мега-фантастический, из Амстердама, который много лет. Адей Аль-Мавлюд. И будут еще все наши музыканты, которые будут с нами сегодня весь вечер. Это Артур Газаров, перкуссия. На эту композицию и еще Yes Money. Yes Money. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю.
О том, что если ты напишешь мне, я напишу тебя в ответ. Если ты забудешь обо мне, и я забуду тебя. Ровно до того самого дня, пока ты не вернешься. Es camino a Santo Domingo.
Что вся деревня вообще считает, что мой любимый сумасшедший. Правдоподобно.
мы сделали. Ну вот, вот, вот такая вот штука любовь. Будут на сцене для красивой картинки. Они не играют в этой вещи.
Я тоже не понимаю, где мой дом. Своя среди чужих, чужая среди своих. Так говорят, кажется. «Джалям Джалям» называется песня. Джалям, джалям.
Thank you.
Следующая песня называется «Хио». Запомните, кстати. «Хио». Запомните. Зашазамте. «Хио». Я просила тебя не смешить меня, пожалуйста. Договаривались. Значит, «Хио, хио, хане, хане». Запомнили? Да, ты знаешь. 14 лет уже слушаешь эту музыку, конечно, ты знаешь. Поехали! Thank you.
неделю выдавила из себя, наверное. Так и живем, представляете? Мне приходится каждый день с ним видеться. И не получишь, что это. Забыла, что это. Следующая песня на языке йоруба. Это такой язык, на котором говорят в Намибии. Артур, ты умный. В Намибии или в Нигерии? В Нигерии, я так и знала. Я просто ребят проверяла. На самом деле она уже в Нигерии. Есть такая потрясающая певица Анжелик Киджо. К сожалению, ее мало кто знает у нас в стране, по крайней мере, но по всему миру она очень известна. Она родилась во Франции, корни у нее из... Никеди. Еп, Никеди. Это меня убьет. Да, собственно, да, вот из Африки. Район Джермук, Африка. Потому что вообще у этой певицы есть все. Деньги, слава, любовь и так далее. Но у нее нет родины. И в этом мы с ней схожи. Ну, собственно, только в этом. Guru Rani Bhugur.
Love it.
хочу назвать на эту сцену великолепную, просто потрясающую певицу фламенко. Карина, Кариночка, ты где? Карина Ладуйча. Я немного расскажу о песне, которую мы сейчас собираемся играть. Вообще она на испанском, и там поется о свободе, и в то же время... О чем? Я не могу сформулировать, я могу на армянском сказать. Добрый вечер. Я тогда буду по-испански. Икша такара тумиля хайденика. Это песня из знаменитого фильма «Бенгу». Это такая традиционная цыганская песня, и в ней поется о насущных не только для цыганных проблем, также и для других многих народов, и для армян тоже. И мы споем ее на смешанном испано-армянском диалекте. И в ней поется о том, что мы всегда в пути, мы всегда ищем свой дом, мы свободны, но мы хотим домой, мы в сердце всегда чувствуем ностальгию по дому. Мы с Кариной придумали эту идею, спеть ее дуэтом, значит, на армянском и на испанском, и Карина попросила меня написать текст. Вот. Собственно, после мучения я поняла, что я бесполезный человек в этом плане. И я попросила мою дорогую, любимую певицу-композитора Аида. Спасибо тебе большое за слова.
Thank you.
Начал уже, я еще не успела тебя представить. Я хочу представить потрясающего певца и гитариста Ясмани. Да, я смотрю в голосе. У Агутина, да? Конечно, конечно, у Агутина. Я смотрю, давайте еще раз
Ну, сегодня, кстати, вполне блюзовый концерт получился. Поэтому я чувствую себя к месту. Здравствуйте. А я хочу сказать, что для меня большая честь сегодня участвовать в этом концерте красивейшем. С такими замечательными музыкантами и с такой прекрасной Мариной. Come to your river. I will come to your river. Wash my soul. Okay. Come to your river. I will come.
нет. Я слышу, не все говорят. Собственно, последняя песня сегодняшнего нашего вечера. Не заговаривай! Заключительная. Заключительная песня, да, Артур. Майроки. Не надо было говорить. Не очень понимаю, что происходит. Артур не хочет с нами играть, судя по всему, потому что он прячется. Не надо, Марин, не допускаю. Thank you.
No? Спасибо вам огромное, что вы были сегодня с нами.